Вот столько вкусняшек у меня получилось, и сегодня мы займемся сборкой этих вкусняшек в браслеты. Я буду делать из всех моих вкусняшек именно браслеты. Вот я уже отобрала некоторое количество элементов, которых я хочу видеть в браслете. Эти я оставлю на следующее украшение. Значит, в целом, я беру цепочку. У меня это где-то 18 сантиметров и плюс 2-3 сантиметра на удлинение. Цепочка у меня выбрана где-то 4 миллиметра. То есть вот посмотрите, в одну клеточку, то есть в 1 сантиметр входит где-то 2,5 звена. То есть 4 миллиметра одно звено. Меня такая цепочка больше всего устраивает. И здесь есть особенности сборки. Ну, в первую очередь нам необходимо, конечно, вкрутить пины. И предварительно я покрыла некоторые элементы лаком, те, которые нуждались. Это шоколадные элементы. И глянцевыми я сделала вот мармеладки, чтобы они казались сочнее. Покрытие лаком по желанию, поэтому это не обязательный этап. Ну и как я вставляю фурнитуру. Мне нравится использовать вот такие вот пины, вкручивающиеся. И вкручиваю я их в цельное тело наших заготовок. То есть я беру пин. Один улетел, ничего страшного. Беру пин и вот так вот чуть-чуть примечаю, втыкаю в место. И начинаю накручивать элемент. Таким образом у нас пин очень хорошо закрепляется без предварительных отверстий и вставляется как будто бы в твердую резину, и уже оттуда колечко не вырвать, только если уже такое прям очень большое усилие приложить. Поэтому мне именно таким образом нравится присоединять пины в элементы. Пины вы можете вставлять в абсолютно любую часть элемента, то есть, допустим, посередине, сбоку, или здесь тоже в сам шоколад винтить, или сбоку. То есть это по желанию, так как хотите вы. Я беру элемент и вкручиваю его. Предварительных отверстий, я еще раз скажу, я не делаю. И вот таким образом накручиваю абсолютно все элементы. Когда элементы все вкручены, мы подготавливаем фурнитуру. У меня это колечки, помимо своей цепочки, забончик, карабин. Я чаще всего использую именно их. Можно использовать тоглы, если вы хотите сделать нерегулируемый браслет. Я же делаю всегда регулируемый, поэтому всегда выбираю замок карабин. И подвесочку я решила взять колокольчик. Либо можно взять один из сладких элементов и подвесить на кончик. Это всегда придает изделию такую особый шарм. И колечки. Колечки у меня стандартные, где-то 6 мм в диаметре. Я их разгибаю вот таким образом. Можно помогать себе не рукой, а еще одним инструментом. То есть слегка вот так вот раздвигаю, вставляю зазор где-то 3 мм. Для того, чтобы мне можно было подвесить все элементы. Потому что особенностью сборки украшений именно с вкусностями будет в том, что каждый элемент мы будем подвешивать на колечко. Делать мы это будем для того, чтобы наши элементы не были слишком близко расположены друг к другу. В то же время создавался эффект такой шуршащести. То есть, чтобы элементы могли спокойно передвигаться, перемещаться, но и при этом не были слишком плотно и близко присоединены к цепочке. Иначе все это будет смотреться не очень красиво, когда все элементы будут стоять в одном положении, и их нельзя будет повинуть. Ну и начинаем мы с того, что присоединим замок-карабинчик. То есть я беру одно из колечек, беру наш замочек, нанизываю. И на кончик цепи присоединяю хорошенько на колечко наш замок-карабинчик. Всегда колечки очень хорошо и аккуратно зажимайте, чтобы не оставалось никаких зазоров, чтобы замок и все элементы, которые мы будем цеплять на колечки, держались очень хорошо. И с обратной стороны точно так же на колечко я присоединю вот такой вот колокольчик. Вот здесь у меня уже даже колечко присоединено. Чуть-чуть раздвину. Если тяжело пальчиками, то можно помогать себе вторым инструментом. И зажимаем. Хорошенько колечко зажимаем, чтобы ничего нигде не соскользнуло.
То есть вот таким вот образом я подвешиваю колокольчики. Я решила взять такие рождественские колокольчики. И вот так вот у меня будет оформлена цепочка. Поскольку у меня замочек подобран таким образом, чтобы он не был слишком большой и слишком маленький, то отлично будет зацепляться за любое звено заготовки, и мы сможем таким образом регулировать именно нашей цепочкой длину браслета. Ну и начинаем собирать браслет. В первую очередь мне необходимо разложить элементы в той последовательности, в которой я хочу их видеть. Когда вы делаете такой браслет, старайтесь не вешать два крупных элемента. То есть вот у меня есть один особо крупный элемент, это вот такое сердечко шоколадное. И его не стоит вешать рядом, допустим, с большими какими-то элементами, иначе это будет смотреться некрасиво. Поэтому сейчас я распределю элементы так, чтобы мелкие элементики, допустим, вот эти мармеладки, сочетались с более крупными элементами и немножечко их разбавляли. Тогда браслет будет смотреться лучшим образом. Поэтому тоже в первую очередь всегда поэкспериментируйте со сборками. Разложите в такой последовательности, чтобы все элементы сочетались. Крупные с мелкими. У меня на длину браслета 18 сантиметров. Здесь будет использовано где-то 40 элементов. Можно сделать крупнее, можно сделать больше, можно сделать меньше. У меня элементы где-то идут, вот самый крупный это 1.5 сантиметра, и самые мелкие это где-то 8 миллиметров. То есть вот такие вот у меня элементы. Вы можете уже подгонять под размер тех элементов, который получился у вас. Ну и я сейчас распределяю свои элементы. Ну что ж, я разложила все элементы и теперь буду собирать их на цепочку. Каким образом я буду собирать? Значит, в каждое звено можно подвесить по одному элементу. Я буду вешать в каждое звено 1, 2, 3, 4 пустое, потом снова 1, 2, 3, 4 пустое и так далее, чтобы у меня все-таки небольшой зазорчик был. Можно вешать в каждое звено, но я думаю, за счет того, что у меня здесь есть элементы покрупнее, мне как раз будет достаточно именно такой сборки. Итак, берем колечко, подвешиваем первый элемент и цепляем за первое звено цепочки. Я всегда начинаю сборку не с середины, а именно вот с того конца, где у меня замочек находится, отступив одно звено. И таким образом подвешиваю все элементы. То есть подхватываем колечко, нанизываем элемент. Следующее звено. Закрепляем элемент. И хорошенько зажимаем колечко. Можно себе помогать ручкой, можно помогать еще одним инструментом. Мне сподручнее рукой удерживать колечки. Ну тоже, смотря какие по прочности у вас колечки. Есть настолько тугие кольца, что их рукой ну практически нереально разогнуть. Поэтому смотрите в зависимости от того, какое у вас колечко. Вот третий элемент я подвесила. Сейчас я пропускаю одно звено. И в следующее звено теперь буду вешать снова следующий элемент. Берем. Когда элементы уже распределены, не нужно их как-то по-другому уже выбирать. Так намного удобнее подвешивать. Беру следующее колечко, подцепляю. Так, пытается убежать от меня мармеладка. В следующее звено. Так. И третий элемент подхватываем, подцепляем. Следующее звено опять оставляю пустое. Берем колечко, элемент. Так, значит, пустое звено оставила и в следующее подвешиваем. Аккуратненько. Хорошенько зажимаю кольцо. Так. И вы увидите, что у вас за счет такой сборки все элементы будут достаточно плотненько собраны, но в то же время они будут двигаться, потому что мы их подвешиваем именно на колечке, а не просто каждый элемент присоединяем к цепочке. Поэтому
При сборке вот таких браслетов с крупными, допустим, сладостями или с крупными бусинами, то лучше использовать как раз колечки для сборки. Вот третий элемент я подвесила. И вот смотрите, каким образом у меня теперь уже выглядит браслет. Вот такие вот конфетки чередуются с кексиками, с эклерчиками, и получается достаточно плотно, и в то же время есть место для того, чтобы элементы могли двигаться. Сейчас я дособираю весь браслет и покажу вам, как он будет выглядеть уже на руке. Ну что ж, вот такие браслеты у меня получаются. Вот таким образом элементы смотрятся на руке. То есть они вот так вот свободно двигаются, переворачиваются, и можно их все долго рассматривать. Вот таким вот образом у меня застегнут браслет. То есть очень получается вроде бы и густо, но в то же время все элементы перемещаются, их все можно рассматривать, они все движутся, ничего нигде не стоит, и получается вот такая вот интересная вещь. Здесь у меня еще показано несколько подобных же сборок. Такое же примерно количество элементов, где-то 40 штук в каждом браслетике. И вот такие вот интересные сочетания можно сделать. Вот в этом браслете, допустим, больше такие розовые сочетания конфеток, сахарка, эклерчиков, рафаэлок. И вот эти вот браслеты уже в таком более интересном сочетании. Большое количество элементов. Вот в этом браслете использованы практически все элементы разные. Совершенно. И вот такие веселенькие браслетики можно получить из разных вкусняшек. Я надеюсь, что вам данное видео было полезно. Всем большое спасибо за просмотр. Всего всем доброго. И пока!